Итак, два друга хорошенько выпили, легли отдыхать, на утро проснулись. Один из них практически не умеет разговаривать, у него жесточайшая засуха во рту, у него там работает цементный завод. Он очень хочет пить, аквариум выпил еще ночью. Пытается обратиться к своему другу за помощью, пытается попросить у него попить. Получается, естественно, очень плохо, потому что рот склеен. Получается что-то такое. Ай! Кока-кола! Кока-кола! Сейчас куплю! Ушел в магазин, возвращается через 2 часа. Этот сидит, получеловек, полуфабрикат. Губы, как сырые котлеты, в страшном состоянии. Увидел своего друга, воспрял надежды, наверное, принесли попить. Ай, мама! Какой? Валентин, кока-кола закончилась. Я купил тебе печенье.